Сотни Дартов Вейдеров, принцесс Лей, Люков Скайуокеров, штурмовиков и других персонажей собрались в американском городе Орландо. Поклонники «Звездных войн» отмечают 40-летие киносаги. В 1977 году мир впервые увидел межгалактические баталии, которые снял Джордж Лукас. С тех пор армия поклонников постоянно росла. Сегодня это целое движение. На праздничные мероприятия пришли исполнители главных ролей последней серии. Они намекнули, что увидят зрители в следующем фильме «Звездные войны. Последние джедаи». Я на самом деле могу вам кое-что рассказать, совсем немножко. В «Последних джедаях» мы погружаемся в историю Рей. Предыдущая серия заканчивается ожиданием, что же она получит от Люка. Многие знают, что когда встречаешь своего героя, это может быть непросто. Можно столкнуться с тем, чего не ожидал. «Последние джедаи» — это испытание для всех героев, и особенно для Фина. Теперь он хочет найти свое место в жизни. Хочет ли он присоединиться к сопротивлению или же продолжать убегать от Первого Ордена — увидим. Приоткрыли завесу не только актеры, но и сама кинокомпания Disney. Специально к юбилею она выпустила первый официальный трейлер серии. Вышла на сцену и новая героиня фильма. Она немного рассказала о своем персонаже. Я так взволнована. Мою героиню зовут Роуз. Она вместе с сопротивлением. Не могу дождаться момента, когда вы ее увидите. Мировая премьера фильма «Звездные войны. Последние джедаи» состоится в декабре этого года.